Смотрите в новом выпуске программы «Код доступа». Ангела Меркель. Самую влиятельную женщину в мире называют «тефлоновая Меркель». У меня никогда не было принципов. Текущее тактическое поведение. Как ей удалось удержаться у руля? Может быть, он всю жизнь мечтал иметь дочь, поэтому как бы Ангела Меркель, скажем, заполнила эту нишу. Кто сегодня диктует правила в немецкой политике? По некоторым признакам можем все-таки судить, что Ангела Меркель находится под плотным таким серьезным давлением, под колпаком. К этим тайнам у нас есть код доступа. В четверг в 20:45.